Доброго времени суток, дорогие друзья. У нас небо сегодня практически безоблачное. Вот уже прохладно по утрам. Ночью тоже очень прохладно было, 9-12 градусов. Так что жара, я надеюсь, постепенно отходит. Купил, друзья, куриных косточек. Пока дошел, уже килограмм взял. Уже там практически полкилограмма, наверное, осталось. Сейчас покормлю муху шариком. Там пока дошел, было тоже несколько собачек, но я уже не снимал. Вот водички им там тоже долил. Он баклажку взял тем собачкам. Когда-нибудь я их тоже сниму. Вот, вон она, муха. Ага, сразу встречает меня. А где шарик? Пошли. Сейчас будет вам вкуснятина. Ой, сегодня будет десерт вам. Да-да-да. А шарик где-то гуляет. Сейчас. Сейчас покормим. Сейчас. Вон тут водичка им, друзья, постоянно. Все полное. Вон. Так что они... Да. От жажды не умирают. Сейчас, шарик. Сейчас. Привет, 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 мои хорошие. Привет. Сейчас. Нате. Так, и тебе. Держи. Вот так. Кушайте. Муха сразу он понесла. Еще одну, по одной кину. И тебе держи. Доброе утро. Так, косточек купил. Да я знаю. Пусть. Пусть кушают. Пусть кушают. Вот так вот. Сегодня для них десерт. О. Так что, друзья. Всем хорошего дня, хорошего настроения.